Подданные Швеции празднуют 70-летний юбилей короля Карла XVI Густава. Он зашел на престол в 1973 году в возрасте 27 лет. Девиз монарха, который не собирается уходить на покой, за Швецию во все времена. В честь юбиляра в Стокгольме выступил военный оркестр и прошел торжественный развод караула. Король женат с 1976 года. С королевой Сильвией у них трое детей и пять внуков. Швеция представляет собой конституционную монархию. У короля исключительно репрезентативные функции. Карл XVI Густав платит налоги и имеет право участвовать в выборах, хотя ни разу не воспользовался им. В стране давно идут разговоры об упразднении монархии, но большая часть населения поддерживает королевский дом. Праздник завершается вечером, грандиозным ужином в государственном зале дворца, на который приглашены в том числе представители королевских домов Европы.